Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, что у нас с тобой? 33 тысячи есть? Давай-ка мы, наверное, нашего ползуна проапаем. Сколько? 97 уровень, да? Еще 3 левела, и он будет у нас соточкой. Так, забираем, наверное, награду. 15 домиков. Хорошо, забираем. Пряничный дом. И что у нас? Копеечка, это хорошо, кстати. Фехтовальщик тоже неплохо. Так, ну что, друзья мои, сейчас быстренько с вами пробежимся по ареночке, да, чтобы у нас уже шел откатик. Тем более здесь 21 уровень, господи. Насмешили меня. Сейчас разберем. Там даже одного будет достаточно, не знаю, наверное, самурая вызвать, да и все, он тут порвет их всех. Просто пойдет и порвет. Можно даже улитку было вызвать, ползуна, она бы быстренько долетела бы и пиу, взрыв на макаронной фабрике. Давай проверим. Ай, помешал мне этот молотильщик. Смотри, один удар и все, и замок рухнет. Тидыч. Ну, на то, ну, ребята, и Tower Conquest, чтобы уничтожать вражеские замки. Ну что же, все отлично, на арене у нас будет откатик. Мы с тобой зайдем в магазин, посмотрим, что у нас здесь есть. Ничего, распродано все, говорят. Тут можно копеечка приобрести, да? Ну, зачем мне тратить на это гем? Я не вижу смысла в этом. Так, ну что, давай-ка мы, наверное, возьмем и пойдем с тобой в бой. Только вот какую команду мне взять? И где мы вообще с тобой остановились? Если честно, я не помню. А, мы вот этот уровень даже с тобой не прошли. А, я, кажется, вспоминаю. А здесь у нас разбойничек, да? Немножко пошалил, пробежал втихушку и бомбанул по нашему замку. Поэтому я, наверное, возьму вот эту бригадушку. Если что, мы с вами сможем за счет друидки, конечно же, отхилиться. Так что давай приступать. Так, копейщик, что-то ты тут не вовремя пришел. Погоди-ка. Как нам лучше сделать-то с тобой здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Давай, молотильщика в помощь. Блин, твою налево, по-моему, ребят, повторение продолжается. Успеем? Да, блин. Мы что, завалить этого разбойника? Разбомбили. Фу, ну это рано радоваться, потому что, ребята, он еще может раз выйти. Вот он уже ползет. Спасибо за карточку крестьянина, она очень кстати. Вот, главное, контролируйте, естественно, нашего вот этого разбойника. Вражину номер один. А вызываем паладина. Разбойник опять пошел. Ну, ему тут, конечно, ничего не светит, потому что паладин его просто разрубит. Ну и, в принципе, мы с тобой уже уничтожили замок. Последние там удары, и все. Отлично, отлично, по-другому не скажешь. И мы с тобой переходим на следующий этап. А следующий этап заключается у нас в чем? Что здесь будет еще и маг, помимо разводника, да? Карманник, варюшка. Как бы нам с тобой поступить? Ну, в принципе, можно отыграть и вот этой же командой, которая только что была. Единственная, конечно, проблема в маге. Проблема в маге, если его, конечно, контролировать, то будет все четенько. Но если он будет издалека бомбить, это будет, извини меня, плохо для нас. Так, я пока буду копить энергию. Пускай этот халабуда идет. Мы его, наверное, встретим с помощью... Оу, ну ладно, давай паладина сюда позовем. А здесь уже прикроемся, наверное, щитом и молотильщиком. Вот так. Забираем монетки. Радоваться пока рано, потому что разбойничек опять может выйти. Ага, вот, об этом я и говорил. Давай подтянем сюда. Все, этот испугался. Мага запинали. Вызываем еще одного щитобота. Ну, проявись ты уже, господи. Смотри-ка, прошел подтихаря. Ну, наказали. Еще один молотильщик. Слушай, ну тут вообще имбово все получилось. Даже быстрее, чем в первом раунде. Раскромсали. Не было шанса у врага вообще никакого. Ну что же, тогда переходим на следующий эпизод. Это, по-моему, у нас будет предпоследний. Да, четвертый. Ага. Значит, мы видим жрицу. Жрица будет, естественно, хилять кого? В первую очередь, мечника. Она будет, в принципе, сзади него всегда идти. У нас с тобой дальней атаки здесь нету. Поэтому будет немножко проблематично. Тем более, здесь еще и разбойник будет сзади бегать. Накопим с тобой максимальное количество энергии. Вызовем, наверное, сейчас друидку. И успеть бы только. И все должно быть, по идее, четенько. Я не успеваю, ребят. Хотел, но не получается никак. Давай, наверное, вызовем всадника на журавле.
Теперь щитобота позовем. Всех вызывать пока не будем, потому что, ну, ты сам понимаешь, разбойника тоже нужно держать, как говорится, при себе. Мы его раскрыли, уничтожили. Ну, а дальше все как по маслу пойдет. Давай еще одного паладина с тобой призовем. И хотелось бы, конечно, призвать друидку. Видишь, что делает, да? Жрица именно будет хилять мечника. Друидушка у меня вышла. Так, разбойник проходит, но паладин его встретил. Паладин его встретил. У нас ураганчик. Сейчас мы их всех к стеночке. А потом еще к себе. Распетрушили моментально. Ну и сам видишь, что тут происходит. Просто расколбас полнейший. Замок, грубо говоря, уже в нашем распоряжении. Заморозка еще выпала. Ускорялка. Вот это да, вот это мне бонусов тут надавали. И, как видишь, замок мы разрушили. Но это еще не конец. Будет последний этап. На последнем этапе надо нам что сделать? Во-первых, посмотрим, кто босс будет. А босс здесь король. Король боится летунов, да? Король боится летунов. Ладно, возьмем с тобой вот эту команду. Мы всегда обычно, да, для боссов берем нашу самую-самую супер имбовую команду. Здесь на самом деле бы не помешала бы друидка, да? Друидка все-таки будет получше все-таки ведьмы. Ну, ведьма тоже хороша. И по дамагу, и то, что она призывает дополнительную армию себе в виде нежити. То есть то, что нужно. Так, здесь мы с тобой переждем маленько. Пускай этот хитрожопый подойдет, и мы с тобой активируем рыцаря-мага. Опа, и его сразу наказываем, конечно же. Так, дай-ка я накоплю, наверное. Суперудар я применять не буду пока. Не вижу смысла в этом. Стопы. Стопы, 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 стопы. Ну куда ты, вот куда там? Пришлось, ребята, активировать. Конечно, активировать. Ураганчик еще ко всему прочему. Слушай, ну тут вообще без вариантов. Блин, без вариантов. Разбойник опять. На тебе. От Ронина. Получил заморозка. Пси. Все, даже король не появился, представляешь? Просто не вылез из своего замка. Не стал отстаивать честь своего народа. И, ребят, мы расколбасили. Что ты поделаешь с этим? Нам остается только лишь одно. Это забрать награду и перейти на следующую карту. Или даже уже следующий телепорт, я не помню. Опачки, опять фехтовальщик нам выпал. Да, друзья мои, 15 крестьянинов, это классно. Отлично, трансформатор и страж. А у нас 128-й портал. Значит, первая территория роботов. Территория нежити. Территория подданных. Нефритовая долина и... эти захватчики. Никто не повторяется, и это классно. Когда нет повторов, это очень хорошо, друзья мои. Так, и значит тут щитобот 99 уровня плюс БФГшка. Слушай, ну щитобот, да, конечно, может немножко нам тут неприятности сделать. Я думаю, что вот эта команда должна разрулить. По крайней мере, мы можем с тобой БФГшку держать. Как говорится, секунду. Сейчас мы вызовем с тобой самурая, наверное, в начале. Потому что здесь будет щитобот 100%. А дальше нам по любасику нужно с тобой делать. Опа! А вот это косячок, ребята. Блин, это плохо. Вот в данный момент это очень плохо. Нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Как можно быстрее вызывать тыквоголового. Надеюсь, что хоть как-то это нам поможет. Так, корни выпустили. Блин, щитобот идет, рвется в бой. Предположим. Предположим, это будет выглядеть вот таким вот образом. Давай ползуна вызовем. Блин, БФГ бесит. Блин, она, видишь, что сделала? Ты кругового меня уничтожила просто сразу же. Так, я сейчас вызову еще разок его. Нормуль, вот сейчас хорошо. И начинаем уже бомбить замок. Плюс вызываем корни. Классно. Вот сейчас великолепно все происходит. Смотри сам. Плюс ползун. И раскурочиваем ему просто-напросто замок. Замечательно. Победушка, как ты понимаешь, за нами. Трехзвездочная. Ну что же, что у меня все в магазине светится? Я ведь не могу ничего приобрести. Почему? Только вот за рекламу посмотреть. Но я этим не занимаюсь, так что, ребятушки, двигаемся дальше. Погоди-ка, ладно, потом. Там можно было бы прапать нашего этого. Ты понял, да? Нашего ползуна.
Наверное, еще уровня 2 и... От нужно всего лишь 3, да, левела. Так, кто у него здесь? Ну, против этого, конечно, помогает нам вот такой вот паренек. Забавный ползун, так его назовем. Теперь нам нужно с тобой накопить... Какой же ты хитрожопый, а? Ну, какой же ты хитрожопый, а? Блин, вот этот луч, конечно, пробивной, очень бесит. Ну-ка, давай. Опа-на. Нормуль. БФГшки две штуки там, да, оказывается, было. Ну-ка ты головой. Главное, чтобы они не бомбили лучом своим здоровенным вот этим. Если луч будет пробивной, да, через весь экран, то, конечно, мы тут проиграем с тобой. Но, как видишь, пока все отлично. Плюс вот эти огненные лужи, которые оставляют после себя тыквоголовые, они очень хорошо прожаривают врага. Тем более таких вот, как молотильщик. В общем, самые такие изейшие дамагеры, но ватные по ХП. Слушай, мне кажется, все, тут уже шансов нет у врага. Ему здесь ничего не поможет. Плюс ползун. Плюс еще один тыквоголовый и хана мандрыга. Все, друзья мои, распетрушили. Ну, на то они и первые уровни, чтобы вот так вот размяться. Давай-ка мы прокачаем. Наверное, фулочка будет, да? Все, друзья мои, фул ползун. И я предлагаю поменять ползуна на кого-нибудь другого, чтобы нам прокачивать следующего персонажа. Давай-ка мы определимся, кто у нас имеет. Так, давай-ка мы ползуна уберем и будем уже оценивать ситуацию 100 на 100. Так, у нас... Слушай, а ты у нас прокачанный? Да, он сотого уровня. Или подожди-ка, сотого уровня, да? Жаба с пушкой тоже у нас прокачанная. Хм, а кого же тогда нам взять с тобой на прокачку? Вот. 98 уровень, это непорядок? Я считаю, что непорядок. Ну, звездность у него слабая. Ну, до суточки-то его прокачать можно, согласись, этого никто не отменял. Раз, и остается один уровень, и все. А по звездочкам что? А, так он фуловый. Господи, ему только нужно поднять уровень. Поэтому, ребята, берем его на прокачку до соточки. Это наша цель. Единственное, что БФГХ, конечно, тут не будешь, немножко будет нам вредить. Как бы уничтожать этого зомби. Но если брать как мощная сила, да, мощная атака, массовая причем, то этот парень как никогда зайдет лучше всего. Что-то как-то тихо намеднет. И смотри, оу, у него, оказывается, бомбер есть. Так, вызовем с тобой, наверное, самурая нашего. А для затравочки. Так, для затравочки. И пошла БФГшка. Так, после... этого вызываем нашего парня. Выпустим с тобой корешки. Вот так вот. Сейчас этот взорвется, тут будет взрыв. Ой, еще и заморозка летит. Воспользоваться бы ей. Но на бомбардира, на этого бомбера не действует, да, ребят? А вот дедуля, если выйдет, то мало им не покажется. А он выйдет. Так, спасибо за карточку на бомбера. Вот тут, конечно, сложновато. Смотри, что они делают. Просто там целой ордой бомбят моего бедного самурая. Ты дичь. Раскромсон пошел. Смотри, баба. Ну и кто? Вообще шансов ни одного, ребят, у них. Дед просто вот если стоит возле замка и начинает вот так орудовать, враг любой, который выходит, сразу получает либо колоссальный урон, а еще он может получить урон и быть оглушенным, что вообще вырубает его просто из боя. Так, а у нас не хватает деньжат, да, с тобой прокачать? И энергии совсем малеха осталось. Ну, я думаю, что мы пройдем с тобой этот этап. Оу. Так, смотри-ка, хилбот. Хилбот, это плохо. Он всегда сзади тащится и будет хилять здесь, естественно, мечника. А мечник и так тяжело пробиваемый, а плюс под хилом, то это практически имба. Это, грубо говоря, так же, как взять щитобота, поставить его и постоянно хилить. А, щитобот, да, я что-то... Мечники у меня щитоботы, конечно же. Давай выпустим, наверное, зомби радиоактивного, да? Следом. Оу. Да, я уже совсем забыл. Вот, смотри, вот эта комбинация пошла, ребят, про которую я вам говорил. Еще и БФГХ там прет. Давай быстренько так попробуем с тобой ушатать. Плюс выпустим корни здесь, ну хоть как-то их замедлить. Хоть какое-то повреждение им наносить. БФГ противная, конечно, там. Мы ее подбили, слава богу. Так, радиоактивный зомби. Не успел, ребята, его призвать, его взорвали сразу же причем. И вот здесь вот все намного хуже. Если я вызову тыквоголового, БФГ, наверное, не даст, да, мне тут повеселиться?
Наверное, не даст. Она сейчас бомбанет лучом, и тыква головой просто сфейлится сразу же. Давай так сделаем. Корни, корни, корни. Обязательно корни выпускаем здесь. Так, слушай, надо копить на деда, мне кажется. Надо копить на деда. Дед сейчас выйдет и устроит им тут Кузькину, как говорится, жизнь. Дедуль, давай, выходи, мы тебя ждем. Ты нам тут просто необходим. Видишь, да, что БФГ делает? Она сносит просто всех моих воинов, которые сзади были. Причем она что-то тут зачастила со своими суперударами. Бамс. Видишь, станет. Дед станет врагов. Выпускаем корни. Слушай, даже деда, смотри-ка, как накумарили. Пол хп у него отняли. Ну, бабах. Отлично, плюс переманка. Переманили мы вражеского щитобота на свою сторону, и он начинает уже за нас играть. Ну и, дед, ты как там себя чувствуешь? Нормально? Я не вижу твою хп, к сожалению. Мне не видно. Да, замку крышка. Замечательно, друзья мои, все вышло. Ну и мы продолжаем очередную битву. Очередная битва. У нас энергия закончилась здесь, к сожалению. Поэтому придется выбирать нам с тобой другой отряд. Ну, даже, например, и вот этот. В принципе, щит... Нет, или да? Нет, или да? Да, скорее всего, да. Мы будем с тобой именно этим отрядом идти. Не забывай, что здесь бот ядерный, это босс у них. А с боссом он медленный, да, но если он подойдет к базе, значит... Короче, нам нужно очень много дамага иметь, если мы хотим здесь вообще с тобой выиграть. Очень много дамага. Поэтому надо, наверное, как-то накопить нам на нашу богиню солнца, чтобы она уже начинала тут потихоньку их печь. Так, наверное, нам вот это пригодится, ниндзя. Ай-яй-яй, смотри, что происходит. Да, вот и попробуй пробить. Отлично, отлично, отлично. Шанс, шанс есть, ребята. Так, ну, хилботы ватные сами по себе, они атаковать не могут. Если, как говорится, мой ближник к ним подойдет, они уже все, ребята, они уже не бойцы. Они уже просто мясо. Так, отскакивай, да? Теперь вот я, наверное, буду, ребята, копить на... Вызывать, точнее, нашу богиню солнца. Потому что с секунды на секунду наверняка может появиться ядербот. Ядербот пойдет. Ой-ой-ой, не надо вот... Застаньте, застанили. Видишь, какой он жирный, очень тяжело пробивается. Богиня солнца, конечно, может попытаться что-то сделать, но я сомневаюсь, что получится. Мы быстрее замок ему уничтожим, чем убьем этого ржавого ядербота. Смотри, 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 что делает. Идет просто, да? Как я и говорил, ребят, мы быстрее уничтожим ему замок, чем убьем босса. Босс очень жирный, хоть и медленный. Так, ну что же, мы с тобой переходим на следующую локацию. И локация это у нас... Так, ну, сундук, конечно же, откроем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Репульсор. Кстати, репульсор у нас прокачан. Ты вот помнишь это или нет? Я, честно говоря, что-то не помню. Оу. Пошли, пошли вояки. Ребят, короче, зомби плюс некро. Против этого зомби надо кого-то ставить. Вот эту команду, наверное, да? Мы с собой возьмем эту команду только лишь потому, что здесь есть дешевые юниты. Где она? Вот. То есть щитобот плюс молотильщик. Они быстренько очень появляются. Соответственно, мы можем этого зомби контрить. Иначе он будет просто прибежит и ударит мне по замку. И будет фейл. Хотя друидка есть у нас. Можем отхилиться. Ну, давай не будем рисковать, да? Будем делать все как надо, по уму. И не забываем про некро. Да, про эту паршивую некроманку, которую призывает Колобков. И который наносит очень хороший и сильный урон. Оу, спасибо тебе, молотильщик. Ты мне сейчас очень сильно удружил, выпустив свою циркулярку. То есть уничтожил сразу же весь ряд и черепков этих, да. И саму, конечно же, некро пробил. Слушай, идет все как по маслу. Очень великолепно у нас проходит игра. Руки, как говорится, еще помнят, да. Голова, как говорится, трезвая. Зомбик. И все. Разрушили мы с тобой замок вражеский. Конечно же, продолжаем. И, кстати, мы накопили приличное количество денег. Я думаю, что можно прокачать. Где у нас там этот наш зомбик? Вот он. Вот его мы и прокачиваем. Все, он имеет, ребята, фулочку. И по звездам, и, соответственно, по уровню.
Единственное, что я хочу сделать, это еще поменять. Поменять для чего? Для того, чтобы прокачивать наших бойцов. Тут 21 уровень, да, тут соточка. Так, крестьянин до сих пор еще слабак. Как всегда, слабачок он у нас. Лучник. Почему лучник у меня 94 уровня, а? Вот скажи-ка мне на милость. Нам его надо прокачать. Вот же, она бы тоже не помешала бы прокачать, на самом деле. Так, робот-тренер тоже у нас, да? Слушай, может быть, нам этого начать прокачивать? Сколько он стоит по прокачке? Можно мне посмотреть? Он дорогой, наверное. Да. Дороговатый паренек. 8600 за прокачку. Это пока на этом уровне. И нам еще нужно на него 487 карточек. Почти 500, друзья мои. Для того, чтобы мы могли его пропать на 5 звезд. Ну, у нас пока с тобой другая тема, да? Мы с тобой продолжаем баталию против нежити. Нежить лютует, идет на нас всем скопом. Как ты видишь, тут уже и чумнуха прибавляется против чумной. Естественно, у нас будет применяться способность ниндзя. Не способность, а ее суператаки. Пускать сюрикены именно по ней. Но главное, чтобы впереди был танк. Чтобы чумнуха именно отвлекалась на танка. Только такая стратегия. И, блин, давай вот просто посмотрим ради интереса, кто сильнее. Как ты понял, да, ниндзя сильнее. Ниндзя сильнее, она успела завалить не только чумнуху, но еще и зомби. То есть в этом вся прелесть. Когда танк есть впереди, ребята, то это вообще имбово. Очень все классно проходит. Потому что на танка, естественно, все переключаются, а ниндзя просто из-под тяжка сзади бомбит. А по дамагу она очень хороша. Просто великолепно. Не так, конечно, сильно, как тот же самый Ронин. Но именно Ронин-то не может подбивать, да, воздушные цели. А ниндзя может и воздушные, и наземные. Как бы такой баланс, можно так назвать. Ну что, друзья мои, идем на следующий бой. Так, здесь вот, вот это вот будет похуже. Но опять же я хочу сказать, что у нас есть БФГ. Если она выстрелит своим лучом, этот ядерный зомби, он взрывается сразу же. Плюс ниндзя может его сразу тоже его подчекрыжить. Он даже не успеет к ней подойти. Вот, смотри, на проверку выпустили нам вот этого радиоактивного зомби. Давай проверим вот. Ради принципа, смотри, как действует ниндзя. Все. Ну да, единственное, что вот кислоту, которую она оставляет после себя, это плохо. Но все-таки это лучший вариант, я считаю. Так, БФГ. Тыч. Вот, ты видел, что она сделала? Пробила лучом. Через весь ряд, соответственно, все получили урон. Плюс наша суперспособность, которая дает нам стан. Отлично, двигаемся дальше. Как... Ой, вот здесь вот плохо, ребят, тут. А нет, смотри, как голем выжил. Ха, голем выжил. И желательно, когда выходит вот этот вот радиоактивный зомби, да, не стоять всем в куче. Потому что если он взрывает, у него массовая атака, массовое поражение. И, соответственно, наши БФГ и ниндзя могут просто улететь в преисподнюю от одного взрыва. А вот именно вот такой тактика, как у нас придерживается, да, то есть впереди стоит танк, сзади две БФГшки работают или одна, плюс ниндзя, то это вообще имбушечка, понимаешь, имба. Еще не забывай, что ниндзя может выжить, у нее есть откат, да, от смерти. Ну, опять же, срабатывание шанса где-то 60 на 40. Ну что, ребята, тут прибавляется призрак, это, конечно, хуже. Потому что призрака можно убить только спецударами, да. И, как говорится, он очень хорошо бомбит наших дамагеров. То есть и ниндзю, и БФГ. Они даже могут просто не доходить. Он два раза пролетит сквозь них, и все, они погибнут. Но, опять же, повторюсь, есть танки. Есть танки, он, естественно, выпускает в первую очередь почему-то призрака. Это логично, чем раньше выпустишь, тем чаще и больше он будет летать. Вот здесь вот. Вот здесь лучше нам переждать, когда пролетит призрак. Да, вот призрак пролетает, после этого уже надо вызывать, конечно же, ниндзю. И все, отлично. И вот призрак убивает мне ниндзю, да, это неизбежно, ребята. БФГ, стан. Стан, ты как понял, не сработал. А, нет, сработал, ребята, все хорошо. Но очень быстро закончился. И вот этот призрак бесявый. Ты сейчас только что видел эффект этого призрака. Да-да-да, вот так вот он делает, пролетает и уничтожает. Плюс вот эта чумнуха, то, что она выбрасывает, конечно, ядовитое поле, да? То есть ты в нем стоишь, а мы обычно в нем всегда стоим, мы получаем очень хороший урон. Видишь, БФГ-ху просто прожег, пролетел через нее и, соответственно, она погибла.
Да, танки здесь, конечно, ребята, против чумной мыши они ничего сделать не смогут. Они вот будут стоять в луже и, соответственно, терять свое здоровье. Ну, ниндзя, давай, уничтожь ее в конце концов. Тут и БФГшечка уже подтянулась, да? Видел, да? Сейчас супер ударом БФГ выстрелила, и призрака уничтожили мы. Но он вызвал еще одного. Правильно вызвал, но не успел, как говорится, здесь им повоевать. Ну, а мы с тобой прошли этот уровень. И я считаю, что довольно легко и быстро, и прикольно. Самое главное, что энергия заканчивается, но нам хватит с тобой на последний бой. Здесь у нас, ух ты, жнец. Против него, ребята, я возьму, наверное, свою имбовую команду. Где она у меня? Подожди, где имба-то моя? Эй. Вот. Тут, сам понимаешь, да? Тут все забалансировано. Тут есть дамагер, тут есть воин, тут есть летающий юнит, да? Тут также есть юнит, который может перепрыгивать вражеские препятствия. Там, например, там то же самое нефритового воина, да? Тераконового, точнее. Вот, и пробиваться через все эти ряды. Так, Ронина вызываем. Почему я вызываю, ребята? Я хочу просто... Блин, они все попадают под удар. И очень-очень сильный удар. Отражение, хорошо, что было. Сработало, то есть немножко мы с тобой как бы тут прожили. Чумнуха, жалко, сейчас погибнет, ребята, потому что... Чумнуха... А, нет. Ну да, погибла все-таки. Я думал, что минует ее взрыв, но не получилось. Здесь, наверное, все-таки придется нам с тобой ультануть и вызывать Ронина. Ронин не спешит бежать. И вот этот вот зомби радиоактивный, сейчас только что видел, да, что происходит? Он просто всех взрывает. Вот когда вот так вот в кучу все встают, он его призывает. Мы его, конечно же, убиваем, но он своим взрывом задевает абсолютно всех. И ты заметил, что жнец опять не вылез? Опять не вылез. Почему они боятся все? Раньше, я помню, они не давали нам просто спуску, а сейчас просто на изи. Так, ребят, мы... О, 10 карточек. Вот это вот хорошая, хорошая награда, потому что этого зомби с надгробием я никак не могу прокачать. Очень долго он у меня качается. Уже давно прокачалась ведьма. Кто там еще был у нас в этом составе? А, вот. Маг-воин, маг-рыцарь, да? А вот именно зомби с надгробием не прокачался. И, кстати, здесь смотри. Здесь паладин плюс грифон. Паладин плюс грифон. Поехали. Чем хорош? Вот я считаю, что вот этот вот мак-рыцарь — это вообще имба. Почему, ребят? Потому что он может бомбить и по воздушным целям. Он как паладин, да? Но у него есть отличительная черта. У паладина щит вешает, да? И то он вешает на союзников. А мак-рыцарь вешает на себя ауру. Ауру защитную, которая дает отражение. То есть враг его начинает бомбить, он часть урона наносит ему, отдает ему обратно. Вот, видишь? Видишь, что получилось? Он бомбанул, и часть урона вернулась обратно. Когда Ронин вышел, ребята, ну это все, это труба. Сейчас замок распетрушим. Он упустил свой момент. Ты это, наверное, заметил, да? Так. Ну что, две энергии еще у нас с тобой есть? Погоди, погоди, какие две энергии? Это имба команда, ё-моё. А, ну что, я переживаю. Все отлично, ребят. Переходим сюда. Ага. Вот жрец, да, и когда паладиныч, вот это имба. Это даже тебе не щитобот. Тут надо очень, ребята, эффективно воевать. И даже я не знаю, какую взять команду. Немножко сомневаюсь. Может быть, даже взять первую. Потому что здесь и некро у нас есть, да. Тут и грифон. И самое главное, вот в этой команде у нас даже не джаггернаут. Хотя как танк именно он хорош. А все-таки идет у нас, конечно же, баллиста. Именно за счет баллисты мы наносим урон и грифоном, и жрицам. Ну и, естественно, паладином. То есть такой. А когда за танками стоит некро, то тут просто песня, а не игра получается. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, я, по-моему, немножко лопухнулся. Я немножко лопухнулся, если мы только застанем, сможем. Ну! Твою ж налево, он нанес, ребята, урон мне. Ускоряемся. Он нанес своим взрывом мне урон. Этот грифон
паршивый. И мне приходится переигрывать, потому что, ты знаешь, прекрасно, мы с тобой должны пройти все здесь на 3 звезды. Как минимум. Слишком близко он подлетел. И даже не то, что он слишком близко подлетел, а он просто успел активировать свою спецвозможность и нанес урон. Ну, мы замок, конечно, разнесли ему, но переигрывать этот уровень нам придется. Поехали. Слушай, может быть, нам поменять этот отряд? Ну, поверь мне, ниндзя он снесет сразу же. Ниндзя он снесет. Давай так сделаем. Пойдем своей имбовой командой. Главное накопить нам на рыцаря-мага, и все. И будет четенько. Ни один грифон здесь не пролетит уже, поверь мне. Вот сейчас будет вызывать грифона. Вот проверим. Ну, и че, и где? Вот. Смотри. Тыч, и все. Вот, ребят, тебе и вся сказочка до копейки. Ну, паладин, да, паладин, конечно, крепкий, тут не поспоришь. Но, тем не менее, это им не помогло. И мы с тобой потратили одну энергию на нашем топовом отряде. Ну что, у нас с тобой третья миссия. Давай-ка смотрим. Фехтовальщик. Тут тоже нужно быть предельно аккуратным. Здесь не то, что даже грифон вредитель. Тут фехтовальщик, он очень много наносит дамага. И поэтому как-то сейчас будет немножко сложновато. Нам надо будет контролировать и фехтовальщика, и в то же время грифона. Противовоздушка у меня только одна. Это наш всадник на журавле. Видишь, что он делает, да? Он сейчас вызовет, 100% тебе говорю, вызовет грифу. Поэтому нам нужно быть уже, как говорится, наготове. Нет, противовоздушка у нас, ребят, не только грифа. Я немножко тебе наврал. У нас еще противовоздушка идет паладин. Да, конечно же, Палыч, он бомбит и воздушный, как говорится, цели. Ну-ка давай, хорош там уже буянит-то. Ага. Ускоряшечка. О, классненько сейчас вышло все. Под ускоряшкой просто замечательно все идет. Ну, паладин вылез, а? Как не вовремя, как не кстати. Ну-ка, молотильщик, давай. Так, мы застанили его, когда он встанет, стоит. Так, товарищик там еще появился, да? Все. Ну, ты видишь, паладин вешает щиты. Защитные, ну, если честно, такой щит... Я бы даже лучше бы имел бы отражалку первого уровня, чем такой щит пятого уровня, скажем так. Не особо хорошо защищает. Ну что же, а у нас с тобой предпоследний уровень, да? Это мы с тобой в долине подданных воюем, получается. Здесь еще и маг, всем прочим, добавляется, да? Я просто хочу, знаешь, что сделать? Вызвать друидку и все-таки наказать их всех здесь. С помощью друидки. С помощью ее тотемов, ну, сам понимаешь, да? А так как еще паладин, жрец... Плюс еще маг сзади, за спиной. И грифон, ну, это, конечно, имба команда. Ну, давай посмотрим. Ну, друидка, поверь мне, с паладином должна справиться один на один. Да, она даже не то, что один на один. Вот, вот это старая школа, ребят. По-другому не назвать. Давай проверим, как моя друидка здесь будет работать. Мы можем, конечно, здесь вот так сделать. Подпакостить. Уничтожает. Хе-хей, мы тоже уничтожаем, давай. Харизма. О, они мне еще и помогают уничтожать свой же замок. Так, три тотема сразу же тут воткнула наша друидка. Сзади тотем на отхил. Не знаю, почему она его сзади воткнула. Надо было, конечно же, спереди его ставить. Так, а ну-ка давай. Фуй, все. Вот и все, вот и песенка спета. Этот тотем синий, красный точнее, он наносит урон. Но не успел грифон, ребята, уничтожить мою армию. Мы уничтожили быстрее замок. Квесты я выполнил, так, забираем здесь. Одержи победу в битвах на аренах 15 раз. Сразитесь в боях на арене. Понятно. Ну что, идем с тобой на следующий, последний бой. Жрец, епископ, точнее так его назовем. И, слушай, мы, наверное, можем его и так забомбить. Успеть. Фехтовальщик. Давай-ка попробуем вот этой командой нашей. Получится или нет? Фехтовальщик, да, конечно, нужно его сейчас контролировать. Если успеем на Джаггернаута выйти, то должно быть, в принципе, хорошо. Отлично. Джаггернаут выйдет. Фехтовальщик, естественно, быстренько перемолит. Но мне нужен жнец. Мне нужен жнец, чтобы он успел здесь накопить армию свою.
Так, монетки отдай. С паладином немножко хуже все будет, но фехтовальщик все равно попадет под удар. С одной плюшки он падает. На карточку получили. Ага, грифа. Слушай, давай, наверное, вот так свой сделаем. Выпустим клетку. Ну. Баллиста. Конечно же, без баллиста я никуда не пойду. Да что ж такое-то, а? Да, но тут, конечно, фехтовальщик. Это, ребят, плохо. Это плохо получилось все. Тут неполадки какие-то. Бедный-бедный наш Джаггер. Отхватывает от магов, от всех, кого только можно тут представить. Давай еще одну баллисту призовем. А вот, ребята, и появился епископ. Епископ, естественно, вешает щиты. Ну, про щиты я тебе уже говорил, так что не буду повторяться. Жнеца, надо позвать жнеца. Блин, он стоит еще сзади, фиг к нему подберешься. Да? Давай, 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 родные мои. Еще там палыч идет. Так, давай грифу тогда призовем. А раз у нас пока откаты идут, вызовем тюрьму. Нет! Ай, как же было плохо. Одну баллису, да? Да он практически всех уничтожил. Это маги там все. Все, ребята, именно маги делают. Вот эту вот пакость всю последнюю, которая тут происходит. Так, 39 секунд. Епископ упал. А это говорит о том, что, ребята, дальше все будет намного проще. Намного проще, потому что мы сейчас пробьем с тобой мага. Естественно, сейчас грифон отдуплится. И все. Остается призвать жнеца. Выпустить, наверное, клетку. Захомутать их всех. И дальше уничтожать просто-напросто замок. Сколько там? 17 секунд, блин. И все, что ли, дальники? Да ну, серьезно, что ли? 13 секунд. 10. Должны успеть, колобки забомбят. Отлично, ребята. Фух, я считаю, что было очень хорошо сыграно у нас с вами сейчас в данный момент. И мы переходим с тобой на следующую локацию. Так, а здесь у нас кто выпадет? Король, вот. Хочу накопить, ребята, на крестьянина. А здесь у нас нефритовая долина. Ниндзя и самурай. Ниндзя и самурай. Окей. Ниндзя и самурай. Значит, он будет 100% вызывать в первую очередь самурая. А нам нужно с тобой, знаешь, на что накопить? На джаггернаута. Но ниндзя... Вот кто меня больше беспокоит. Ниндзя тоже не дешевые. Так, если мы успеем с тобой некро призвать, то нам повезет. Если не успеем, то, скорее всего, фейл. Ну давай, 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 некро. Так, вызывай своих скелетиков-то быстрее, господи. Нет, по-моему, не успеем, да, ребята? Хотя, вот, если только так сделать, то, может быть, еще будет шанс у нас с тобой. Окей, ниндзя избежала смерти. Так, тихо, 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 родные мои. Ну, вот тут уже намного все лучше. Намного лучше, потому что будут скелетики выходить, да. Ниндзя будет на них отвлекаться, а мы в этот момент будем ее бомбить. То есть тут все уже решено. Я уже заранее вижу, ребят, хоть давно не играл, если честно, в эту игру. Но все как-то вот в голове отложилось. И уже как по старой памяти все прекрасно помню, как оно будет срабатывать. Тем более команды у меня неизмененные, да. В принципе, вся полностью имбушка у нас с тобой сохранена. Ну что, пошли дальше, у нас с тобой второй этапчик и храмовый пес. Ну, его надо контролировать, да, я не спорю. Вот этим отрядом, в принципе, должны у нас... А мы, в принципе, одинаковые, да? У нас есть ниндзя, ниндзя есть у врага. Но у нас еще, помимо ниндзя, извини меня, есть два танка. Голем, который может отхиливаться, и жаба с молотом. Так что вот эти вот самураи, которые сейчас на нас идут. Упс, а вот это вот плохо. Пес может напугать нашего голема. И он может пойти на попятную. Но зато есть вот с молотом, бумс. Он хорошо дамажит, хоть и очень медленно. А вот и ниндзя пришла, да? Вражеская. Ладно, давай-ка вот так сделаем. Отлично, застанем. Еще вызовем жабу с молотом. Идеально все идет. Просто идеальнейший некуда. Главное, чтобы самурай не впадал в истерику. Если он начнет плакать, да, как обычно, на коленках метать своим мечом, это плохо. Он будет сдерживать наш отряд. Там сколько там, 2 или 3 секунды он получает неуязвимости.
А это все-таки время. Это преимущество. Но, видишь, тут ему ничего не помогло. Разорвали в пух и прах. И мы с тобой приходим на третью миссию. Кого нам взять? Имбу оставим, наверное, да? Давай вот этот отрядик с тобой подчекаем маленечко. Тут черепаха с пушкой. Я вообще считаю же, ребят, ну, да, если она бомбит, и сзади у меня, например, стоят лучники, да, там, маги, лучники, урон чувствуется, урон чувствуется. Но если там никого нету, и она бомбит именно по танкам, то никакого урона нету. Не чувствуется он просто-напросто. Дай-ка я, наверное, попробую баллисту сюда призвать. Баллиста быстрее сейчас зачекрыжит, чем та же самая некра. Так, 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 погоди, погоди. Тут придется уже некра вызывать нам. Мы вызвали некра. Опять. Давай-ка, наверное, вот так сделаем с тобой. Поймали, да, мы этих голубчиков. Окей, ниндзя сразу там откопытился. Этот еще будет там дергаться. Но он будет дергаться до тех пор, пока его кто-то не освободит. Если мы вот так вот будем сдерживать, то он так здесь и погибнет, этот вояка. Вырваться он оттуда просто не сможет. А? Хорошо. Так, а вот и та самая черепаха. Упала, даже ничего не успела сделать. Ну и Джаггернаут. И еще раз клеточку вызовем с тобой. Вот так вот. Все. Ну ты сам все прекрасно видишь, да? Тут вопросов вообще никаких не должно у тебя возникнуть. Как и что получилось. Ну что же, переходим на предпоследний этап. Ага, вот здесь копейщик. Вот здесь копейщик. А это говорит о чем? О том, что нам нужно его контролировать. Я даже, наверное, боюсь не успеть вызвать сюда Джаггернаута. Он быстро очень двигается. Может быстро прибежать. Он уже бежит, да? Он уже бежит, ребята. А у нас только соточка. Да. Я был прав, не получится, ребята. С этим отрядом здесь не получится контролировать. Только лишь из-за скорости. Ну, ты понял, я ускорился специально, чтобы не терять времени здесь зря. Потому что все равно здесь придется переигрывать. Жалко, конечно, что мы просто потратили одну единицу энергии. Ну, грубо говоря, в холостую сыграли. Из-за вот этого копейщика, блин. Просто из-за какого-то плешивого, никчемного копейщика проиграть, а? Обидно, конечно, обидно. Ладно, сейчас мы продавим их хорошенечко здесь. Тут уже никто им ничего не поможет. Вызовем с тобой клетку. Все. Отомстили. Но я буду дальше мстить. Так, давай-ка посмотрим, кто у нас откатился. Хоть какой-нибудь отряд есть? Так, во-первых, в бой. Не-не-не, я туда не пойду, подожди, не спеши. Вот этот отряд. Слушай, ну в принципе, да, можно. Ребята, у нас здесь и самурай тоже есть, да, есть мечник. Как раз мечник-то и сможет контролировать этого копейщика. Тем более в легкую, без каких-либо проблем, ничего он ему не сделает. Вот. Кто там у тебя вышел? Самурай тоже, да, выжил у него? То есть в наших интересах сейчас... О, у меня здесь еще служитель тьмы. Господи, вот это немножко неправильно сделал. Неправильно я, ребята, здесь сделал. А, все-таки помог мне самурай. Активировал свою вот эту неуязвимость. И это нам сейчас сыграет на руку. Очень сильно причем. Я думаю, ты понял, почему сыграет нам на руку. Мы заметили, естественно, они не смогут быстро продвигаться. Ну, а у нас такая есть возможность, например, сейчас вызвать того же самого служителя тьмы. О, да, они еще и все обратно побежали. Так, прекрасно. Ну вот, конечно, ты кваголовый, ты куда-то встал вот не в тему. Вот просто не в тему ты там встал. Давай корни выпускать. Угу. Промяли. Дыдыщ. Там мясо, конечно, крутое, на самом деле. Мне хоть помогает служитель тьмы-то? Я не вижу нифига. Я вижу, что он там что-то юзает, но получается ли у него? Ну, судя по тому, как тут идет расколбас, у нас все вообще замечательно. Так, упал, отжался. Копеечка, естественно, разбомбили. Я уже даже успел деда призвать. Ой, дедушка сейчас тут повеселится. Хотя мы, наверное, замок уничтожим быстрее.
Ну, вот и все. Вот и писан конспект. Еще даже ураганчик получили. Ну, я считаю, что все отлично, ребята. Давай-ка мы прокачаем. Ну, слушай, 77 уровень уже имеет служитель тьмы. Соответственно, он будет наносить еще больше дамага. Но здесь, как ты видишь, нет энергии у нас на этом отряде. А у нас... Так, а имба? На что нам имба дана? Согласись. Именно для таких случаев. Тут тем более. Бог ветра. Ветродуй, я его называю. Блин, он всех сдувает, но не в этот раз. Я надеюсь, у него не получится ничего тут сдуть. А мы его быстренько сдуем, скорее всего. Вот так, для затравочки выпускаем мага-рыцаря. Песик, тихо, тихо. Конечно, бы не помешало бы здесь вызвать Ронина. О, тем более вот так, когда он уходит. Вообще имба. Дальше вызовем чумнуху. Ой, блин, это вот плохо. Я про ниндзю-то совсем забыл. Нафига я сейчас использовал, скажи-ка мне, ульту? Это было глупо. Хотя, как сказать, нифига, у меня там башня бомбит и бомбит, бомбит и бомбит. Так, попробуем до призыва бога ветра забомбить ему базу. Так и вышло. Так все и вышло. И это, кстати, прекрасно. Это прекрасно, потому что мы с тобой переходим на следующую локацию. Так, нефритовый сундук империи. Тыракоша, 12,5 тысяч и 14 карточек сакуры. О, так у нас последняя локация осталась, ребята. Захватчики, да, именно они. Так, Уфо и плюс жаба с молотом. Погоди-ка, энергия-то. Во, вот этим отрядом, да, сыграем? У нас все равно выбора с тобой нету. Уфо не так страшно, потому что оно летает, да, похищает юнитов, но мы... Как там лучше сделать-то? Призвать голема, он похитит пришельца. Как пить дать похитит. Давай тогда сделаем так. Он сейчас выпустит, вот. Я в этом нисколько не сомневался. В плане... Эй! Нет! Твою ж налево, он меня, ребят, перехитрил здесь. Давай голема успеем. Я вроде... А, нет, все равно повреждение я получил, к сожалению. Я не ожидал, что это паралишивое Уфо. Смотри, что делает. Он просто всех на свою сторону переманивает. Ай-яй-яй, как нехорошо. Как нехорошо и некрасиво все получилось. Да. Перехватил, потом еще, значит, стал его переманивать. Главное, первого противника. Он пролетел, да, первого моего юнита. А начал именно на... Который сзади стоял. Хитро, да, придумано было? Ну что, тут само напрашивается, ребята. Возьми последнюю имбу и порви их на первом этапе. Да для нее это вообще семечки. Для этой команды это просто семечки. Одного Ронина достаточно вызвать, и он может здесь просто уничтожить замок. Давай посмотрим. Не, ну с таким, конечно, темпом нет. Так это не получится. Но урон он будет наносить хороший. Правда, с двух ударов падает он, от именно от жабы. Да посмотри, что творит, а? Сейчас он может и вот эту вот похитить. Блин. Давай зарядим. Достал уже тут в корень просто-напросто. Да, чумнуха пока там бомбанет, 30 лет пройдет. Ну, Ронин, да что ж ты не бежишь-то? Что ж ты не спешишь-то, родной мой? Как ты меня достал, а? Похититель. Фига. Ну, он за это поплатился, ребят, своим замком. Он поплатился за это своим замком. Так, а у нас что-нибудь еще есть в закромах? Давай посмотрим. Нету, ребята. Все, энергия закончилась. Ну что ж, друзья мои, вы просили поиграть в Tower Conquest, так как мы давно не играли. Я, ребят, сыграл, показал вам, ну, полупрофи, так скажем. И обязательно увидимся в следующих видосиках. Так, а что у нас на ежедневке? Кто разыгрывается? Баллиста, понятно. Не будем играть, потому что баллиста у меня полностью пропана. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.